Отрадно отметить, насколько тесно взаимодействуют структуры МЧС Республики Южная Осетия и Республики Абхазия. И эти отношения дают уверенность, что в случае необходимости вы готовы оперативно прийти на помощь друг другу, отметил Анатолий Бибилов, принимая министра по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия Льва Квициня. Проводились совместные обучения с МЧС Республики Южная Осетия. Наши сотрудники МЧС были у вас в Абхазии. Работали и на воде, и работали и в горах, работали и в поле, как говорят. И, конечно, наращивание таких знаний, наращивание взаимодействия и итогом которого, коэффициентом полезного действия которого является и улучшение навыков и саперов, и горных спасателей, это, конечно, имеет место. Анатолий Бибилов коснулся темы предстоящих президентских выборов в Абхазии и парламентских в нашей республике. Желаю, конечно, абхазскому народу спокойствия. Желаю, чтобы политические процессы, которые происходят, в принципе, и в Абхазии, и здесь, в республике Южной Осетии, в преддверии выборов, чтобы они и в Абхазии, и в Южной Осетии прошли спокойно, без эксцессов, и чтобы выбор народа был тот, который он определит. Лев Квициня поблагодарил президента за теплый прием. Он дал высокую оценку взаимодействию с Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Южная Осетия. План взаимодействия между ведомствами Южной Осетии и Абхазии, оно было заложено уже давно. В принципе, с дня создания этой службы в Южной Осетии и в Абхазии мы тесно сотрудничаем. И у нас есть еще большие планы. Мы понимаем, видим вашу поддержку и в дальнейшем те мероприятия, которые проводим в Абхазии, здесь в Южной Осетии. Безусловно, это необходимо, нам дает большую возможность для дальнейшего развития. И поэтому я очень надеюсь, что в ближайшее время мы будем продолжать. Это будет в Абхазии, здесь в Южной Осетии. Лев Квициня отдельное внимание уделил поддержке президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова во всех процессах, происходящих в Республике Абхазия. Вы прекрасно понимаете, в Абхазии вас всегда ждут, любят. Осетины для нас, особенно южаны, для нас они очень дорогие, близкие. Поэтому мы сюда приезжаем с огромным удовольствием, как на праздник. На самом деле, это Анатолий Ильич, вы когда приезжаете в Абхазию, вы приносите туда тепло, энергию, ауру, которая нас объединяет. Оно дает возможность не только нам, руководителям или членам правительства, всему населению Абхазии. Это дух, поддержка, как было это и во времена, тяжелые времена, когда была война. А сегодня, когда есть мир, и это все продолжается, и хорошее русло, и огромное вам спасибо. Указом президента Рауля Хаджимба Анатолию Бибилову присвоено звание «Почетный гражданин Республики Абхазия». За большой личный вклад в развитие абхазо-юго-осетинских межгосударственных отношений, укрепление мира и стабильности в Закавказском регионе присвоит почетное звание «Почетный гражданин Республики Абхазия» Бибилову Анатолию Ильичу. Для меня это большая честь. Я хочу выразить огромное спасибо президенту Абхазии Рауль Джумбовичу и сказать, что вот это звание я буду носить с гордостью и буду делать все для того, чтобы и в дальнейшем наши взаимоотношения народа в Абхазии и Южной Осетии укреплялись и все делалось для того, чтобы те близнецы-братья, как мы называем всегда Абхазию и Южную Осетию, жили в мире, в добре и в братстве. Роза Тедеева, Тамерлан Кусраев. Специально для программы «Неделя».